Здравствуйте. 6 июля, пятница, день Венеры. 23-й лунный день с элементом неба. День благоприятный для людей, родившихся год. Лошади, овцы, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день освещать статуи и изображения Будд, Бодхисаттв, Сахьюснов, совершать подношения Датсан и Ламам, проводить обряд Далгаваха, устраивать праздник, проводить свадьбу, регистрировать брак, одевать новые украшения, одежды, проводить полевые работы, совершать обряд джапты, делать домашние дела, шить и кроить одежду, следить за своим распорядком дня, заказывать обряд джинцирк, отправляться в дорогу к находке, все задуманное исполнится. День неблагоприятный для людей, родившихся год тигра и кролика. Не следует копать колодец, бурить скважину на воду, устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, покупать домашнюю живность, коров и лошадей. Стрижка волос к находке, повышение по службе. На Верхней Березке Цокчин Дугани с 9 часов утра пройдет хурал Цокчин, посвященный дню рождения Далайламы, 14 часов дня Голанамша за усопших, Дуньхур Дугани Гамба Гангар Сахьюсны, Тыважн Дугани Очарвани Сынды. Делайте добро!